Очень просто, оригинально, быстро, вкусно. Но мне кажется, даже те, кто не любит гречку, будут кушать. Всем привет! Сегодня приготовим быстрый ужин. Для этого мне понадобится мясо курицы. В принципе, можете взять любое мясо, которое у вас есть дома. Добавляю немного растительного масла. И, конечно же, добавлю приправы. У меня это прованские травы, сушеный чеснок, можно и свежий, немного карри, черный молотый перец и, конечно, соль. И теперь все хорошо перемешаем. Все хорошо перемешала и оставляю мариноваться буквально на пару минут. Порежу немного свежих овощей. У меня это морковка и сладкий перчик. Морковку порежу мелким кубиком. Сладкий перчик тоже нарезаю мелким кубиком. У меня красный и зеленый. Теперь я беру форму для духовки. На дно я насыпала гречку. Конечно, ее обязательно заранее помыла. И выкладываю мясо. Добавляю порезанную морковку и сладкий перчик. В воду добавляю соль, хорошо ее надо растворить, и заливаю форму. Все пропорции будут написаны внизу под видео. Теперь добавляю еще помидорки. Теперь все закрываю фольгой и отправляю на 20 минут в разогретую духовку до 180 градусов. Прошло 20 минут, теперь снимаю фольгу и поставлю еще в духовку минут на 15, чтобы подрумянилось. Смотрите, какая красота! Сейчас будем все это пробовать. Очень хочется кушать. Скорее пробуем. Бесподобный аромат стоит уже по всему дому. Курочка супер. Очень вкусно. Сейчас посмотрим, что получилось с гречкой. Бесподобно. Очень просто. Оригинально, быстро, вкусно. Но мне кажется, даже те, кто не любит гречку, будут кушать. Очень здорово. Можно, например, положить грибочки. Можно посыпать сыром. Отличное блюдо для обеда или для ужина. Друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки и комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!